У нас сегодня вот такая погода. Это я снимаю из окошка. Вот из-за этого окошка. Февраль продолжает зиму звать. И рассада его не беспокоит. Еще и в марте может такое быть. Даже из кормушки синицы улетели. Мои столетники здесь стоят. Все замело. Показывала я вам. Подснежники начали бутоны выпускать. Сказали, выпадет месячная норма осадков. Это будет очень много. И долго будет таять. У нас второй день туман. Плюс снег с дождем. С утра был снег, потом дождь. Опять все сыро, мокро. Бася сидит в будке. Бася, ты собачка у нас? А я пойду курам семечек немножко чищенных дам. И пшеницы здесь. Еды, а они сюда все выскочили. Вас загонять уже пора. Да, а вы сюда. Побегать хочется. Ну ладно, пусть у вас домик проветрится. Сейчас, минуток 10. Петенька. Мои хорошие. Машина нам дрова привезла. Выгружает. Ну вот мы из-за ворот перенесли сюда. Я кидала вот сюда. Муж собирал и укладывал вот такую поленницу. Теперь колоть и немножко вот здесь недопиленные или твором перерубят, или перепилят. Всем-всем привет! День сейчас. Я своим курам принесла ломаную ванночку, насыпала туда песку и золы. И вот они, сейчас вот одна, по две валялись, купались. Натрусили вокруг. Ну что делается? Чередуются. То одна, то две, то одна, то две. Петух очень сильно хочет, но его не пускают. Сюда я им за эту сетку заложила крапивы. Огромную охапку. Немножко сена попало. Посмотрела. Почти все листья съели. Что не съели, завтра доедят. Капусту съели, ягод немножко осталось. Петь. Одни палки остались. Сейчас я их вытащу.
Да, палки нам не нужно, скажи. А сено доедайте. Вторая залезла. Золы побольше насыпала. Ну, вернее, 3:1. 3 песка, часть золы. Вот эта курица линяет. Ой, ой, как же они все высыпают наружу. Я им много не стала сыпать, потому что все равно высыпят. Ой, что делается. Ой, что делается. Она пузатая. Она идет, 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 которую я лечила. У нее зоб по земле тащится. Вон. И она делает такие вперед-назад, вперед-назад головой качающиеся движения иногда. Как отрыжка, что ли, у нее. Зоб у нее еще только больше стал. Или она любительница сена есть. Вон, сено. Немножко я им тоже мелкого даю. Ну вы чередуйтесь, чередуйтесь. Всем надо. Всем надо. Да, всем надо, всем понемножку. Здесь, если дождь пойдет, крыша есть. Больше никуда не поставишь. А в курятник я не ставлю. Они там поднимают пыль золой. И боимся за печку, за таймеры. Пыль летает. Этим третья вперлась. Это вредно приборам. Зольная вот эта пыль. Ой, господи, как же им нравится. Ну вот здесь-то вы купались, вот рядом-то. Прямо в земле-то. Копайтесь, тоже хорошо. Нет, им зола нужна. Я же вам сюда тоже посыпала золки. Принести вам еще золки, мои хорошие. Ну, принесу, принесу. Сейчас насыпала я им золы и сюда. И еще добавила туда. Сейчас все раскопают. Они под дверью такую дыру уже сделали. Скоро будут выкатываться сюда. Им зола еще и в пищу попадет, калий тоже неплохо. Ну кто еще не купался? А? 3 градуса тепла сейчас. Пусть купаются. Чистенькая золка с песочком. Те доедают траву. Пузатая курица опять траву долбит. Рыженькая, тебе хочется, да? Хочется тебе. Сейчас они покупаются, вылезут. Не будут же они вечно купаться. Друзья мои, куры, крапива у меня, наверное, уже закончилась. Что-то я вытащила сейчас охапку вам, и больше там нету. А траву, наверное, вам надо эту запаривать, иначе вы будете... А нет, вот пузатая идет. Я думала, она там продолжает лопать. Она вот вышла, черная. Вон находит.
Вон какой зоб у нее огромный. Черная. Вон она пошла. Пошла. Вот она так вот делает головой. Что-то ей не нравится. Ну, в принципе, что-то у нее с зобом. Как я ее не лечила, но она ест. Она не сказать, чтобы болеет. Она ест. Она, скорее всего, переедает. И как бы у нее там закупорка не случилась. Будем потом, когда цыплята вырастут, будем ее менять. Потом вот эту старушку рыжая, облезлая, ее будем менять. И вот две, вот одна отходит и одна лежит. Эти из деревенских кур, из наших еще яиц, тоже будем, наверное, их менять. Убирать, а цыплят новых подселять. Так, в залу две улеглись. И здесь две. Ну, вы там немножко подвиньтесь, там еще одна ляжет. Так куда ж ты ей на спину встала? Ты что? Ты задавишь курочку. Не становись на спину ей. Давай, слезай. Уселась на курочку. Хочется ей так купаться, что она не знает, как выгнать. В очередь, девочки. Банный день у вас сегодня.